Сегодня в Балаковском районном суде состоялось первое заседание по делу Артема Водякова. Напомним, 30 декабря бывший гонщик турбины насмерть сбил пожилую женщину, а до этого врезался в полицейскую машину. С 31 декабря Водяков находился под стражей. Сегодня на первом заседании судья Алексей Черемисин избрал меры пресечения, также оставление подсудимого под стражей на время всех судебных заседаний. При этом суд отклонил ходатайство Водякова о рассмотрении дела в особом порядке. Выслушав мнение сторон по вопросу дальнейшего содержания Водякова под стражей, суд приходит к выводу о том, что мера пресечения в отношении обвиняемого Водякова подлежит оставлению без изменений. Учитывая данные о личности Водякова, основание содержания его под стражей является существенным и потеряет свое значение до настоящего времени, поскольку Водяков может скрыться от суда. При таких обстоятельствах мера пресечения и содержания под стражей в отношении Водякова подлежит оставлению без изменений, суд не находит основания для избрания более мягких мер пресечения, в том числе в виде домашнего ареста. Следующее судебное заседание состоится 8 июня. Под стражей решено оставить подсудимого на все время рассмотрения дела до 19 ноября. Данное решение суда подсудимый может обжаловать в течение 3 суток. Отметим, что представители потерпевшей стороны на заседании не присутствовали.